Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 18 июня 2021 года. С этого места я делаю в этом году уже третий репортаж. Сколько всего я их отсюда сделал, я уже сбился со счета. Я буду с вами сегодня опять разговаривать об вот этом знаке. Вот. Это знак 334, по-моему. Остановка, стоянка запрещена. Это одно из тех мест, которые я вам показываю, где можем увидеть качество работы власти. Итак, я вам покажу, что происходит за этим знаком. Итак, мы видим, знак стоит. Я пойду не по проезжей части, а по зеленому насаждению. Надеюсь, не простят люди. Повторяю, знак запрещающий остановку и стоянку, кроме такси и подвыгрузку автомобилей. Ну, напротив лавпочтамта чаще всего здесь порядок. И ничего мы не видим. Изредка здесь останавливаются машины. Мы видим сплошную линию, которая подтверждает и подчеркивает работу этого знака. В принципе, это место удобное. Вот мы видим, мужчина побежал для бегунов. Очень удобно. В центре города люди занимаются спортом. Это хорошо, это приемлемо, это правильно. Но я вам полностью без ускорения показываю для того, чтобы меня не обвинили в чем-то, там в нарезках. Есть ряд людей, которые любят городить всякую ерунду в оправдание нарушителей. Примечание. Недавно здесь появился второй такой знак, который подтверждает действие предыдущего знака. Но вот мы уже видим из-за поворота, вот стоят машины. То есть они нарушили действие двух знаков. По каким причинам? Если говорить с поворота, то надо было ехать поперек дорожному движению, чтобы сюда попасть. Я не планирую зарабатывать на этом, кому-то там в полицию сообщать, вызывать полицию. Мне не интересно это. Просто у людей почему-то оно уже в привычке, и как будто так и должно быть. И вот еще один знак, подтверждающий действие предыдущего. То есть три знака реально. В своем большинстве, сейчас пройду, здесь работают люди. Вот знак. В своем большинстве здесь останавливают машины те, кто приезжает по каким-то делам в горисполком, горсовет. Сегодня, я напоминаю, проходит сессия в этом здании, сессия городского совета. Но надо понимать, что именно вот здесь и припарковались те, а он даже в две линии, те, кто приехали именно на это мероприятие или же по делам в горисполком. То есть это люди, причастные к власти города. Вон мы видим с той стороны. Порядок в городе начинается с исполнения законов теми, кто, ну вон и головатый, теми, кто причастен к власти. То есть люди должны выполнять законы сами, а потом требовать их выполнения от остальных граждан. Но, к сожалению, мы не видим этого. Люди, которые причастны к власти, сами не выполняют законы, мы сами видим. И вследствие этого они боятся, не хотят, не могут
требовать выполнения законов от остальных граждан. Всем хорошего настроения. Выполняем правила дорожного движения и своими действиями показываем власти, как должно быть. Пока-пока.